В Астане задержан мужчина, который представлялся сотрудником фискальных органов и принуждал бизнесменов к даче взятки за покровительство, передает агентство по финансовому мониторингу. Задержание прошло совместно со столичным департаментом экономических расследований. Согласно материалам следствия, мужчина требовал от предпринимателя 300 тысяч тенге за якобы покровительство, оказывая моральное давление, что подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями. Лжесотрудник был изобличен с поличным при получении второй половины от требуемой суммы. Следствие еще продолжается.